кому я? Напишите в комментах, лагает стрим или нет. А мы сейчас будем играть. Ставьте лайки свои царские и подписывайтесь на канал. Так. Так, у нас загрузилось. Сейчас я быстро выключу звук. Меня бесит то, что игра на... Ну, на английском, поэтому сейчас быстро русский язык скачаем. Все, вот уже русский язык стоит у нас. Угу. Ну, потом задоначу. Так, надо звук, кстати, выключить. Продолжить настройки звуковые эффекты тоже. Так, все. Угу, забираем. Угу. Так, давайте играть. Наверное, возьму моего скина, который я задонатил. Вот. Угу, перепрыгну через препятствие, надо нам 5 раз. Окей, сейчас мы это будем делать. 8 секунд нам для этого дает. Он, но я еще не вижу никакого препятствия. Я думаю, то препятствие я навряд ли перепрыгну. Тут только надо проехать, думаю. Так, вот наше первое препятствие. Так, второе препятствие. Так, я пропустил удвоитель. Я молодец. Ладно, ничего. Опа. Опа. Ё-моё, я врезался. Так. Мне нет вообще, я все потратил. Так. Ну, кто-то зашел. Сейчас посмотрим. Ну-ка, чат. Чат. Угу. Понятно, никто не зашел. Окей. Так, погнали. Вот, первое препятствие у нас. Так, второе. О, сейчас третье будет. Так, ну давайте пойдем сюда, тут удвоитель. Так. Угу. Еще два препятствия надо перепрыгнуть нам. И мы прошли уровень. Вот, так что давайте. Все, мы прошли уровень. Молодец я. Ага. Перепрыгнуть через препятствие 10 раз. Так, сейчас. Ага. Что мне еще раз надо типа перепрыгивать? Ну ладно. Ё-моё, я думал, тут надо опять поворачивать экраном. Ладно. Так, ну мы прошли этот уровень. Так, так. Старайтесь не пропускать специальные задания, так как в них можно получить много полезных предметов. Так, звездочки у нас тут в моей карьере. Забираем награду. Так, получите награды. Так, откройте раздел ежедневные задачи, посмотрите вперед. Ну, пожалуйста. Так. И я не помню, что там сделать, но ладно. Давайте играть тогда. Забег. О, вам нужно загрузить контент. Ну, давайте загрузим. Сейчас загрузится. У меня хороший интернет. Это не глюч, это само так загружается. Вот. Так. Что-то оно докачается. Ну ладно, немножко подождем. Все равно уже немного осталось. 7 мегабайт.
Все, 5 мегабайт осталось. Все, загрузилось у нас пробег 150 метров. Ну, погнали, давайте возьмем, наверное, Рефи. У него сила пылесоса. Вау, красивая карта. Очень красивая, мне нравится. Эти миньоны, кстати, ребята, вы можете спокойно скачать в Play Market, так что не думайте, что эта игра какая-то запрещенная. Я эту игру скачал в Play Market. Вот. Так, забираем пылесос. Ой, я не заметил это. Так, погнали. Ай-яй-яй. Я думаю, так. У меня с каждым разом все больше надо пробегать. О, я чуть не врезался. Так, забираем 2 миньончика. Так, забираем этого. И мы выполнили задание полностью на 3. И вау, вау, продолжить. Пропускаем. И у меня новая маска есть. Продолжить. Кстати, ребята, кто поддержал меня лайками, большое спасибо. У меня немножко прошло уже губа. И немножко уже не болит. Вот, так что, кто меня поддерживает лайками, спасибо. Так, подарок. Так, перейти в комнату. Так. Здравствуйте, детектив, за вашу беспечную репутацию, целеустремленность и неординарный подход к решению различных ситуаций, мы решили задействовать вас в одной из нашей миссий. Расскажу вкратце несколько наших Это все, пофиг. Так, получается, мне надо 5 таких вот карт собрать. Вот таких вот, вот карт. И я за это, наверное, получу, как видим, 15 золота. Ну, давайте завершим. Все. Кстати, ребята, если вы спрашиваете, откуда у меня донат, вот, я говорю, что это у меня все от Киви. И спросите, а что тогда ты не донатишь на этот, ну, на Brawl Stars? А я хочу вам сказать то, что у меня проблема того, то, что у меня нету в Brawl Stars цен, не показывает. Вот. А тут я могу донатить. Ну, давайте купим принцессу. Все, мы купили принцессу, думаю. Ну-ка, назад. И что? Осталось 15. Ага. Так, давайте посмотрим, типа. Так, подарки. Забег. Опять надо загруживать память. Бесит. Вот. Ну, пускай загружается. Так, грузится, грузится. Давай быстрее, тюрьма, грузится. Так, еще 4 мегабайта осталось. Ну, ждем.
Так, уведомление пришло. Ага. Мазгун. От него уведомление. Может быть, следующий стрим, если он будет работать, то тогда по стрелялкам Мазгун. Пробегитесь в сочной акции на выходных. Вам помогут костюмы с... Вперед. Так, сейчас тюрьма загрузится. Все, загрузилась наша тюрьма. Забег. Так. Давайте за классического скина поиграем, который дается в самом начале игры. Вот. Соберите тюремную валюту 20 штук. Режим горячки. Сыграйте. Давайте попробуем. Так, мне вот это вот режим горячки, оно мешает мне. О, вау, 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 я как Соник Дэш. Вау, вау. Ай. А, я могу врезаться, да? Типа тут ничего страшного, как я понял. Ага. Ну, молодец. Так-с. Мусорки какие-то. Берем опять же эту фигуринку. Крутую. Ой, я пропустил кое-что там, ну ладно. Опа. Опа, опа. Опа, 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 опа. Блин, я прошел уже уровень. А, все. Так, все, молодец. Плюс. Да, неплохо мне дают бананчиков. Так. Я, наверное, эту штуку поставлю вот сюда, чтобы она не мешала мне ролики записывать. Потому что она мешает. Все. Теперь никто мешать не будет. Так. Забираем. Продолжить. И у меня получается новый скин сейчас, да? Так. Так. Окей. Забег. А где, блин, эти скины, ёпты? Ой, блин. Стоп, это задание, кажется, 3 из 4 или что, я не понимаю. Ладно, побежали. Давайте тогда возьмем путешественника, на которого я задонатил. Так, все. Соберите временную валюту 55 штук. Погнали. Так, говорячка. Все, погнали. Не, мне кажется, эта горячка, она не надо, потому что тут мне надо бананы собирать, я с этой быстрой фигней, ну, извини за слово, я не успеваю так быстро набрать. Так. Лучше без горячки. Уровень буду проходить. Ай-яй-яй, ребята. Блин, а если бы было бы еще в 2, бы, ну ладно. Давайте еще раз. Это получается энергия. У меня осталось только 1-2 энергии, вроде бы 1. Вот. Так, без горячки я буду играть. Мне не надо она. Блин, в общем, погнали. Я вроде бы купил 2 новых скина, а чё они у меня вот не работают, это либо чё, это что-то было из этих скинов. Но я не понимаю, чё это было, ладно. Так. Ой-ой-ой-ой. Так. Блин, а он перегнал его. Такс. Такс. О, пылесос. Он нам как раз поможет собрать это все. Но он кончился очень быстро. Погнали в эту сторону. Да, опять крышка, опять миньон. Не понимаю, зачем этих миньонов сбивать. Вот.
Это либо так до смеха сделали, либо до чего. Либо я что-то там недопонимаю, либо я знаю, но я забыл. Потому что я не понимаю, зачем этих миньонов. Просто раньше были такие задания. Вот, допустим, вот собрать 700 бананов, да, и споймать 10 миньонов. Раньше так было. Сейчас куда эти миньоны, эти задания, я не знаю. Все, сейчас что-то будет тут. Ой-ой-ой. Я не могу двигаться. Тихо, порошка. Ё-моё, ребята! Так, ладно, давайте еще раз. Думаю, сейчас вот немножко постримим миньоны. Вот, сейчас посмотрю, сколько у меня там стрим идет. Там сейчас пауза. Так, а ну-ка. 16 минут, сейчас до 30 минут постримлю миньонов. Вот, а потом закончу стрим и сразу же начну стримить этого маск-гон, стрелялки. И вот. Как-то сложно. Говоришь, сложно. Вот. И начну стримить мозгу. А если не получится, то я тогда не буду стримить мозгу, а буду делать ролик по мозгу. Не, я бравл попробую постримить. Если у меня получится. Вот, потому что у меня может вылететь. Так, и у меня в звездочек что-то новое забираем. Так, что-то еще. Ага, глобальные цели. Я вроде бы сейчас получил нового персонажа. Так, ну давайте. Погнали сюда. Тогда. Вот. Так, а мне продолжается что-то. Ага, это реклама. Блин, я не посмотрел, что там за донат. Может быть, поиграл бы. Так, ладно, забег. Блин, ну как бесит, ребята! Сколько надо загружать этого контента? Понимаете? Мне получается надо столько. Вот, понимаете, вот за интернет надо платить, да? Иногда я не успеваю платить за интернет. Вы понимаете, то, что типа. Я не смогу никак, блин. Типа то, что. Столько карт, вот тупо, понимаете, на каждом шагу мне надо качать контент. То этот контент, то этот контент. У меня, да, у меня памяти много, еще гигабайты есть, 2, 3. Вот. Потому что, блин, вот это, блин. Ну ладно, ничего страшного. Так. Прогрузочка, и все, еще 1%. Вот, 1% осталось. И контент загружен. Все, загрузился, давайте играть. Вот. И рекомендую. Получается, на этой шахте надо играть вот этим вот костюмом. Вот, ну давайте за ним тогда сыграем, раз рекомендует его. Я понял, смотрите, видите, типа жарко, да, и он в кепке, я понял. Кто понял, лайк. Так, ураганы. Осталось бананов. В смысле, мне надо собрать 60 бананов? Мне надо пылесосом 60 бананов собрать. Понял. Как раз. Я понял. У него же пылесос вот встроен, вот накрутка, чтобы пылесос выпадал. На всех персонажей пылесос выпадает, но на нем накрутка. Вот. И типа его рекомендуют. Как раз он у меня есть. Я его выбил. Это вот хорошо, ребята.
Так, давайте это возьмем. Удвоение. Опа. Так, так, так. Так. Думаю, сегодня будет ночной или вечерний стрим. Посмотрим ночью, что будет. Потому что мне могут помешать взрослые. Так, и начались опады. Все, задание мы прошли. Вот. Кстати, если хотите начинать стрим, то тогда давайте наберем под моим стримом, либо новым видео, а либо старым видео. Ну, там несколько лайков. Вот. Так, давайте теперь вот его возьмем, рекомендуем. Я, короче, буду брать только рекомендуемые костюмы, которые у меня есть. А другие, я уже на другие костюмы буду донать. Ага, надо собрать 60 бананов из одной рунды. Сейчас я ее вам покажу, когда она будет. Вот. Вот, сейчас. Вот, видите, вот эту вот тарелку с мороженым. Вот ее надо собрать и от нее бананы получать. Вот, это очень хорошо. Так, берем, берем, берем. Я успею до тех бананов доехать. Не успел я, ну ладно, ничего страшного. Оу, люблю эту штуку. Так. Вот когда нечего стримить, стримим миньонов. Так. Ну, собираем бананы. Ой-о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 й. Давайте возрядимся. Мне все-таки не жалко. Мне зато за это денег прибавляет, как вы видели. В мою копилочку. Вот. Вот за донаты там, за вот это вот то, что я трачу, мне прибавляют денежки в копилочку. Потом, когда у меня нет денег, там должны вроде бы спросить, хотите ли вы истратить свои деньги из копилки. Вот. Но зачем я буду тратить деньги из копилки? Я лучше буду донатить, а когда у меня уже деньги кончатся, вот тогда. Но у меня еще нормальные денежки есть, так что вот. Так, тут надо вроде бы планшетом, да. Тут надо планшетом управлять. Тут пальцы не помогут. Я сейчас планшетом управляю. Кстати, ребята, напишите в комментах, вам не слышно звуки, как я, ну, по экрану щелкаю там, вот. Ну, я сам посмотрю стрим, вот. Ну, посмотрим. Опа, фух, я чуть не умер. О, опять этот йогурт, Агуша. Так, собираем. Все, мы прошли задание, мы молодцы. Фух, так. Интересно, сколько мне уже бананов надо посмотреть, а то я не смотрю. Ага, косарь 302 банана. Ребята, а скажите мне, пожалуйста, куда вот эти вот косарь бананов надо тратить? Потому что, если честно, то я не понимаю, зачем вот эти вот бананы. Вот, я недовольна. Ладно. Так. Так, у нас новая карта. Вроде бы. Так, сколько у нас уже там стрим идет, я спать хочу. О, еще 6 минут стримим, и можно в стрелялке стримить. А, блин, а надо было быстрее, что опять далеком. Так, Рэфи рекомендует, я его и беру. Ну ничего, 4 минуты постримим, думаю, вам стрелялки больше зайдут, чем миньоны. Вот. Ну, посмотрим, что вам больше зайдет. Либо миньоны вам зайдут, там, я не знаю, что вам зайдут, вот. Я
сам посмотрю, еще если у меня не будет вылетать стрим, потому что вот уже одна есть игра, это миньоны, она у меня не вылетает. Вот. Посмотрим, как Маскгун повлияет, будет ли он вылетать и глючить там. Я не знаю. Кстати, напишите в комментах, глючит ли у вас стрим, потому что у меня там на компьютере качается сейчас GTA. Ну, я скачал GTA Радмир, да, и там есть два вида сервера. Я один скачал, второй хочу скачать. Вот, посмотреть, что там, ну, что там будет, типа. Да. Такс. Еще можно пару забегов сделать. Это еще специально постучал. Еще. Так, забег. Кого сейчас? Ага, путешественника. Все, погнали. Пробегите с бананом. Окей. Погнали, ребята. Погнали. Так. Смотрим, что у нас сейчас творится тут там. Угу, мне говорят сюда. Давай, давай. О, да, тупо сразу же прошел задание. О, у меня 13 жетончиков дали. У меня уже вроде бы 40 должно чем-то быть. Сейчас посмотрю. Так. Да, у меня уже 43. Так. Ладно, ребята. Всем спасибо за просмотр. За то, что вы поставили лайк. Подписались на канал. Ждите сейчас стрим по Мазгонсу. Вот. Всем спасибо и пока. Ой, не выключилась.